Что это было? Он же только недавно ушел. Эй, прячьтесь! А я спрячься в другом месте. Блин, дверь закрыта. Да спрячься ты уже, куда угодно. Озвучено в творческой студии Фронда в 2021 году. Перевод фансаб группы Only On. Для вас роли озвучивали Зимира, Свит и Зенитар. Сведение и работа со звуком Офелия. Спасибо за просмотр. Фронда на передовое озвучивание для вас. Парни, которых я хочу поймать. Третья серия. Когда взяли в рабство. Простите, пожалуйста. Опять вы? Простите, пожалуйста. Вы, похоже, болтаетесь тут без дела. Что вы тут забыли? Ну, мы-то точно не собирались что-то своровать. Что-то тут не так. Что вы скрываете? Мы просто немного растерялись, когда кто-то зашел. В общем, думаю, мне стоит позвонить господину Ану, как считаете? Он должен знать, чем занимается его внук. Нельзя ему звонить. Почему это нельзя? Ну, господин, спустите нам это с рук в этот раз, а? Спустить? Ну, хорошо. В этот раз я закрою глаза. Сердечно благодарим. Спасибо. Но знаете, бесплатный сыр только в мышеловке. Что? Ребятки, а давайте-ка вместе поработаем. Эй, а это, кажется, даже весело? Настолько весело, что аж скучно. Ну а ты смотри, сколько мы уже сделали. Да нифига мы не сделали. До самой старости тут возиться будем. Думаешь? Почему земля камнем? Это точно не бетон? Это эксплуатация труда. Разве нам не должны платить как минимум 100 тысяч вон в день? Где же он ее спрятал, если не дома? Что? Я про преступника. Мы думали, свинья у него дома. Но если это не так, то где она? Точно. Может, у него есть сообщник? Эй, там! Хватит языками молоть, заканчивайте уже! Так точно. И здесь, и там, поскорее. Мы там уже все сделали. Что? Ай! Что ты сказал? Земля тут очень твердая, а чтобы она дышала, она должна быть мягкой. Понял? Да. Посадил бы тогда свои посевы в другом месте. Что? Ничего, ничего. Да, мам? Ты кушал? Кушал ли я? Еще нет, как раз собирался пойти поесть. Надеюсь, вместо нормальной еды вы не едите один рамен и полуфабрикаты. Чтобы хорошо учиться, нужно нормально питаться. Да понял, я понял. Я тут занят, так что пока. Позвольте спросить, нормально ли вы питались, пока были тут? Боже ж ты мой. Приходите завтра после работы в деревенский центр. Поедим самгёпсали и выпьем соджу. Ура! Давненько мое тело не видело протеина. А? Берите свое мясо и жарьте. Господин? Да шучу я! А он совсем шуток не понимает, это даже мило. Мясо. 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 Окей, окей, приходите и ешьте.
Ханджису! Что? Куда идешь? Я? По одному поручению. Может тебе помочь? А, я была бы благодарна. Возьми. Взбодрись! Сил наберись! Ты сможешь донести пакеты! Я в тебя верю! Эй, ты! Как так получилось, что ты ни капли не изменился? Ведь так и знала, что ты так сделаешь. Ты чего это? А, точно! Вы уже нашли того человека? А? Вы же говорили, что кого-то ищете. Кажется, Хён Сансу. А, так ты про него? Ну, у нас пока ничего не вышло. Смотрите. Давай по-хорошему отдашь Сиге. Не хочу. Его дает. Ну, пойдем уже. Послушай, ты же представляешь молодежь. Так уйдешь? Мне нужно срочно отнести эти пакеты. Люди будут ждать. Давно я не видел таких людей, как ты. А что? Думал, если я представляю молодежь, то я какая-то чудо-женщина? А с ними нет смысла связываться. Дай сюда. Разве мы не шли, Сангюпсаль? Сначала спасем школьников. Ты прав. Держите меня семеро. Эй! Я им сейчас покажу. Не останавливай. Эй, нужно на всякий случай все заснять. Но бесплатная алкашка. Вперед! Прекратите насилие! Прекратите! Прекратите! Прекратите. Это что еще за лузеры? А вы кто? Мы? Вы разве не слышали про Щиросони из Джансу? Господь, позволь нам и дальше идти по праведному пути насилия и грабежа. Аминь. Вымогательство с насилием и запугиванием наказывается сроком до 3 лет. Что ты сейчас сказал? Алло? Да, мамочка. Идти домой? Да, мы уже выдвигаемся. Приду и переставлю пылесос. Пока. У меня дело. Пока свободны. Но в следующий раз вам не сдобровать. Смотрите у меня. Эй, держи, не роняй. Вздрогнем. Здравствуйте. Кто это тут? Неужели мои огородники? Что же вы так поздно пришли? Ну, так уж получилось. А, понятно. А то я уж подумал, что вы пошли пустой дом грабить. Похоже, много выпили. Вот это шутка. Быстрее идите, ешьте мясо. Вам нужно много есть. Спасибо за еду. Внимание! Позвольте сказать торжественный тост. Итак, в нашем мире много ценных слов оканчивается на гм, которое отдельно означает золото. Соль? Само золото. И? Время, которое мы сейчас проводим вместе. Угощайтесь, угощайтесь! Божечки,
Чем больше я на тебя смотрю, тем симпатичнее ты мне кажешься. Красивый мальчик. Спой-ка нам что-нибудь. Прямо здесь? А где же еще? Давай, давай, просим. Песню. Если не споешь, не сможешь жениться. Не видать ему свадьбы. Что произошло? Когда уже я избавлюсь от раздраженного кишечника. Господин Ким, рассказать тебе один секрет. Что за секрет? На самом деле, среди сейчас золота и соли... Лучше золото. Снова вы за свое. Честно говоря, у меня дома... Хотите сказать, у вас дома золотая свинья с сияющими глазами? Что? Откуда ты знаешь? Да вы когда напьетесь, всем подряд об этом секрете рассказывайте. Думаю, все в округе уже об этом знают. Блин, ну это же секрет. Что за скотина вам разболтала? Вы чего материтесь? Да вы уже в зюзю. Нет, послушай. Вам пора в кровать. Не-не. Золотая свинья у него дома. Парни, которых я хочу поймать. Я точно это слышал. Свинья у главы деревни. Тогда получается, что глава деревни... Сообщник преступника. Нам нужно лично убедиться, что она там. Эй, что ты тут делаешь? Нет! Сынок, мама приехала. Интервью за кулисами. Окей. Слышно? Да, слышно. Господин, не могли бы вы представиться? Всем доброго здравия. Я глава этой деревни и ответственный за все, что происходит здесь вокруг. Похоже, у вас хорошее настроение. Да, конечно. Мы сегодня всей деревней проводили застолье. Я сегодня и сам гипсаль принес. И Макколи организовал, так что у всей деревни настроение хорошее. А еще мы для настроения пели. Технические неполадки. Господин, можете рассказать о золотой свинье? А, о золотой свинье. Золотая свинья — это... Это... Вот такая штука со сверкающими глазами. Только никому.